Тихо ты. Все как обычно. Дрон под колеса. Леха, дергаешь сумку и валим отсюда. Если вдруг что-нибудь так пойдет, я подморну. Ага, а если она это… Да не дрейф ты, малой. Нормально все будет. Раскумаримся сегодня. Давай, пошел, пошел. Сюда. Что? Ирочка, я не могу понять, какой галстук лучше. Строгий, официальный или наоборот, яркий, праздничный? Фиолетовый. Ира. Ирочка, да не волнуйся ты так. Все это чепуха на самом деле. Она будет задавать ритуальные вопросы, которые требуют ритуальных ответов. Твоя откровенность никому не нужна. Надо быть легкой и современной. На главное не грузи, поняла? Игорь, ну ты же знаешь, не люблю я все это. А надо учиться. Да не бери в голову. Слышь? Чё-то не вставляет. Лейла, я до аптеки, на тебя брать? Похавать тоже что-нибудь возьму. Можете купить что-то? Вообще-то, я против, чтобы ты у меня на хате коня двинула с голоду. Менты приедут, разбираться начнут. Меня выселят. А мне здесь по кайфу. Я здесь пожить хочу. Так что ты давай. Человеку надо жрать, если он хочет жить. Если хочет. Надо. Ну вот и отлично. Давай. Не тушуйся, как ушонок. Скоро вернусь. А ему точно ничего не будет? Да не волнуйся, зададим пару вопросов. В каком ты крышном доме живешь? Вот, следующий поворот направо. Осторожнее нужно, молодой человек. Вы кому? Здрасте! Здрасте. Это программа «Герои дня». Мы к Игорю Калинину. Откройте нам. О, нифига себе. Вот он. Здорово, ты Денис? Допустим. Твой друг Славик сказал, видел с тобой девушку. Зовут ее Лейла. Где она? Он сказал, она у тебя живет. Лейла? Ну, пожила пару недель, потом ушла. Где сейчас, не знаю. Пригласи нас к себе в гости. Чайку попьем. Расскажешь, что делала Лейла и Надеюсь, сейчас можно найти. Ладно, идем. Стоять! Че, быстрый такой? Ты че, больной? Ты че творишь, дебил? Жало убери, уходим. Улыбайтесь. Зритель хочет видеть на экранах счастливых людей. Игорь Сергеевич, вы сегодня герой дня. Известный на всю страну хирург, кардиолог с мировым именем. Вам еще нет и 40, а вы так стремительно и головокружительно сделали карьеру. Можете поделиться секретом своего успеха? Но я думаю, самое главное – это любить свою работу и посвящать ей все свое время. Ирина, скажите, а каково это – быть женой такого занятого и известного человека? Ну, я всегда была за то, чтобы Игорь смог себя реализовать. Знаете, в институте еще было видно, что это человек неординарных способностей. Так вы в институте познакомились? Да. Это была первая красавица нашего института. Ирочка, передай портрет. Игорь, передай. Зачем нужно? Да, Ирина, покажите, не стесняйтесь. Угу. О, москвичка, профессорская дочка. А я лимита, жил в общаге, стоял в очереди за кашей в студенческой столовке. Так как получилось, что вы вместе? Влюбился, накопил на кольцо, назначил свидание. А так разволновался, что сел не на тот автобус, уехал вообще не туда. Да вы что? Пришлось бежать потом, сломя голову. Прибегаю, смотрю, стоит Ирочка на другой стороне дороги, собирается уходить. Ну что делать, пешеходный переход далеко. Я побежал прямо через Садовое кольцо, машины гудят, свистят. Ой! Да, я бегу с этим кольцом и кричу: Ира, выходи за меня замуж. Потом его забрали в милицию. Ну, а вскоре мы поженились. А вот, кстати, то самое кольцо. Я до сих пор его ношу, и мне другого не нужно. Ирина, я когда готовилась к интервью, я узнала, что вы работаете в Центре реабилитации наркозависимых. Да. Почему вы сделали именно такой выбор? Знаете, ну, наверное, в двух словах не получится рассказать. Угу. Существует стереотип, что наркоманы – это отбросы общества. Ну и всякое такое. Ну, наверное, вы хотите сказать, что помогать людям вы считаете своим долгом, да? Да это все красивые слова. На самом деле, я часто даже не знаю, помогла я им или нет. Они либо исчезают, либо умирают. А если встречают меня на улице, то делают вид, будто меня не узнали. Вообще, чаще всего наркотики начинают употреблять люди, которые не выдерживают давления этого мира. Они пытаются сбежать от агрессивной реальности, и, как им кажется, в наркотиках находят спасение. И вот если им вовремя не помочь, то дальше начинается распад и катастрофа. И самое печальное, что когда они выходят из нашего центра, они снова попадают в этот мир, где они никому не нужны. Извините. Ты откроешь? Камеру останови пока. Может быть, кофе? Добрый день, майор Подрезов. Здравствуйте. Мне сказали, что здесь живет доктор. Я вас слушаю. Рядом с вашим домом ранили парня. На живое. Скорую-то вызвали? Да, но на дорогах пробки. Пока они приедут. Может, вы пройдете? Подождите, куда его ранили? В грудь. Пузыри идут? Кажется, да. Давайте вы спуститесь и осмотрите его. Подождите секунду. Игорь, это кто? Да ничего, я сейчас. Вот, возьмите. Первую помощь сможете оказать? Ну, смогу. Нужно рану перевязать. Вы извините, я сейчас не могу, у меня очень важное интервью. К тому же, судя по всему, я ничем не смогу ему помочь до приезда скорой. Ему сейчас нужна профессионально оборудованная реанимация. Вы извините, меня ждут. Ир, ты куда? Ирочка, послушай, у парня проникающее ранение в грудь. Ни ты, ни я сейчас ничем не сможем ему помочь. Ира. Лейла, там Дениса у новостройки. Чего? Они сказали, ему ничего не будет, а потом все закрутилось. А Денис… Что? Что Денис? Они его ножом. Лейла, ты куда? Лейла, стой! Тебе туда нельзя! Лейла! Жалко, что же. Денис! Вы его знаете? Понятно. Очень хорошо. Пойдемте со мной и составим протокол. Нет, нет, извините, я… А вот это исключено. Пропустите. Не трогайте его. Отойдите осторожно. Я врач. Скорую вызвали? Да, вызвали. Едет. Он будет жить. Шансов мало. Но… Вот это было найдено у пострадавшего. Из этих таблеток наркоманы варят винт. Может быть, вы мне объясните? Нет, нет, я ничего не знаю. Так, стоп, стоп, стоп. Документы при себе есть? Ну да, иностранка. Это, наверное, тоже наркоманка. Ребят, забирайте ее. Нет, я ничего не сделала. Подождите, подождите, пожалуйста. Подождите меня, я ничего… Положите что-нибудь. Подождите, пожалуйста, минуту. Что вы хотели? Минуту, я вас прошу. Сверни под голову. Девушка, понял. Вам есть куда пойти? Вот моя визитка. Если вам нужна будет помощь, приходите. До свидания. До свидания. И еще раз извините. Да что вы, ничего страшного. В любом случае, Игорь Сергеевич, вы прекрасный собеседник. Благодарю. О, у вас кровь. До свидания. Ну что? Он умер. Ну, правильно. Ир, давай быстрее, а? Осталось 15 минут. Ирочка. Ира. Ир, ты же знаешь, какой сегодня важный для меня день. Езжай один. Ир, что за цирк в самом деле? Ну, рванулась, ты что толку? Он же был не жилец, у него легкое было пробито, это же понятно. Ира! Я не поеду. Почему? Не хочу портить себе праздник. Ира, перестань, пожалуйста. Ну что за бред в самом деле? Ты мне все планы ломаешь. Ты же знаешь, насколько сегодня все важно. И твое присутствие рядом со мной принципиально. Это имидж, Ира! Я не поеду. Ко мне. Тебе к другому врачу нужно. Иди, садись. Ира, это не то, что ты подумала. Это не нервы. А что? Ты беременна. Ну ты что? Ты беременна. Смотри сама. Игорь же говорил, что вы лечились. Да, но ничего не помогало. Ну, значит, помогло. Этот момент до сих пор мало понятен. Как говорится, медицина медицины, но, может, Бог дал. Как же я за вас рад, ребята, а? Поздравляю. Игорьку давай привет передавай. Вот он будет счастлив, а? Привет, мы тебя заждались. А где Ирина? Что-то случилось? Все в порядке. Ну, как тебе? Сенатор приехал. Да. Очень хорошо. Игорек, мы с тобой это сделали. Начнем? Давай. Кто его убил? Абай, что случилось, то случилось. Я спрашиваю, кто? Абай, он в драку полез, я не специально. Это была единственная зацепка, и ты ее упустил. Теперь твоя жизнь зависит от того, как быстро ты ее найдешь. Я понял. Есть идеи? Может потрясти того парня Славика? Ты на его глазах человека грохнул. Он, походу, уже давно из города слился. Абай, может, через ментов, которые дело об убийстве ведут. Подписку. Ясно. Слушай, тут такое дело. Те твои, которые Дениса, они тебя искали. Откуда ты знаешь? Это они тебе сказали? Нет, не они. Какая разница? Слушай, они пока не знают, где Денис живет. Ну, жил, вернее. Но скоро узнают. Вычислить легко. Через ментов пробить 100%. Ты чем творила-то, а? Зачем они тебя ищут? Лейла, теперь нельзя туда, тебе исчезнуть надо. Нужно ребят предупредить, чтобы ходили срочно. Нужно вещи собрать. Давай я с тобой пойду. Ну, типа провожу. Славик. Ну ты же их видел. Они ни перед чем не остановятся. Не надо, Славик. А я не понимаю смысл нашего диалога. Чего вы темните? Вы можете говорить прямо и понятно, чего вы хотите. Я предлагаю сотрудничество. Знаете, мне хватает моей работы, моих обязанностей и моей зарплаты. Но вы же еще не знаете, что именно я хотел вам предложить. Вы ведете дело об убийстве парня, которого зарезали сегодня утром на вашем участке. Ну, допустим. Я ищу свою невесту. Она жила у этого парня. Информация не секретная, вам не придется ничего нарушать. Цена вопроса устраивает. О, ребята, а где вы были? Ну, поднимай, уводи срочно! Вставайте, ребят! Нет. Сейчас вот такие люди будут отсюда валить, нужно порыхлому! Не трогай ты меня! Серега! Быстро. я кожу. Давай сюда, скорее прыгай. Макс тут на кухню. Поговорите с ребятами. Может, знают, что. Мед или варенье? Не знаю, мам, все равно. Ну тогда мед и варенье. Мам, а ты помнишь день, когда узнала, что беременна? А что это ты? Да так. У вас, папа, есть одна фотография, ты на ней выходишь из дверей, и у тебя там такое лицо. Никогда такого не было. О, это наш папа, он романтик. Он караулил меня у женской консультации с фотоаппаратом. Боялся упустить момент. А ты чего? Ну-ка, посмотри на меня. Посмотри, посмотри. Счастлива. Выхожу на пенсию. Игорь счастлив. Я ему не сказала. Ты что, ты сомневаешься насчет ребенка? Нет, насчет Игоря. Мам, я не знаю, что мне делать. Игорь так изменился в последнее время, он стал совершенно другим человеком. Он все время говорит о карьере, о деньгах, о том, что мне совершенно неинтересно. Мы живем как чужие люди. Нашей медицине нужны харизматичные научные лидеры и умные управленцы. Спасибо, спасибо. Надеюсь, ваш дуэт ждет большое будущее. За наше общее будущее. Ну, да. Если бы вы знали, как трудно развеселить господ из Министерства здравоохранения. А мы здесь за тебя бьем. Аркаша, тогда лаверды. Старик, я хочу выпить за тебя. Если б не ты, если б не он, ничего бы этого не было. Спасибо тебе. Ну что ж, друзья, еще раз поздравляю вас. Мой помощник сейчас вам расскажет об одном сюрпризе, который я для вас приготовил. Но я, к сожалению, должен раскланяться. Всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо большое. До свидания. А вот и он. Господа, желаю всем приятного вечера. На нас вышли владельцы крупного фармацевтического концерна. Они продают свой бизнес в России, то есть готовое производство с оборудованием, персоналом и так далее. Мы думаем, что при некоторой нашей поддержке вы могли бы у них этот бизнес купить. К нашей общей, так сказать, пользе. Вот, ознакомьтесь, не затягивайте с решением. Всего хорошего. До свидания. Аркаша. Алло? Да, Оль, привет. Да нет, я дома. Нет, не поехала. Неважно себя чувствую. Голос? Нормальный голос. Устала просто. Ты доволен? Ты о чем? Я не об этом. О мероприятии. Видела, как вы ворковались с сенатором? Да. Знаешь, прочитал в гороскопе, что в ближайшее время меня ждут разнообразные перемены и радикальные потрясения. Чувствую, что началось. Ну, дай бог. Да. Ладно, я пойду. Жду тебя, как всегда, в среду вечером. Лин, ты чего? Вечер среды – это единственное, что мне понятно в наших отношениях. Я немного устала от этой неопределенности. Слушай, ты хочешь сейчас об этом поговорить? А ты когда хочешь? В среду вечером? Послушай, мне кажется, мы с тобой уже обо всем договорились. Я от Иры не уйду. Я же сказал. Прости. Я написала заявление об уходе. Лин, зачем ты это сделала? Ну, это же не повод, ты чего? Ты столько лет мой ассистент. Прекрасный ассистент. Лучше мне не найти. Зачем смешивать личные и профессиональные отношения? Ну, может быть, у тебя получается не смешивать, а я… Я так больше не могу. Мне очень тяжело видеть тебя. Ну, прости. Прости, пожалуйста. Я как-то не замечал. А ты, кроме своей работы, ничего не замечаешь? Ну, конечно, сейчас такой момент, ты же понимаешь. Это дело всей моей жизни. Отпусти меня, пожалуйста. Мне очень тяжело. Ты что, точно решила уйти? Да. Ну хорошо, я подыщу тебе хорошее место. Ты очень хороший специалист. Я поговорю с кем-нибудь из знакомых. Игорь, я тебе дам один хороший совет. Не занимайся ерундой. Езжай домой к жене. Купи цветов, шампанского. Ну или хочешь, поехали вместе с нами в баню. Аркаш, ты прав, как всегда. Я домой. букет цветов. Кому цветочки хотите? Жене, любимой женщине. Любимой жене. Привет. Оль, привет. Ничего себе, какими судьбами? Отличный парфюм. Спасибо. Это тебе. По какому поводу? Просто так. Спасибо. Ладно, пойду чайку сделаю. Игорь, мне неловко об этом говорить, и вроде как не мое это дело, но почему-то мне кажется, что у вас с Ириной что-то происходит, что-то не то. Оля, давай мы как-то сами разберемся, ладно? Послушай, Ирина моя лучшая подруга, и позволь, я все-таки скажу то, что думаю. Как ты понимаешь, она мне ничего не говорила, но я сама все вижу. Игорь, я тебя не узнаю. Ты же был простым парнем. До вашей любви завидовал весь институт. А сейчас ты как будто помешался на своей карьере, этой общественной палате и прочей ерунде. Но неужели из этого состоит жизнь? Ты забыл, что Ирка помогла тебе стать тем, кем ты стал. Именно она тебя поддерживала. Пока у тебя не было ни работы, ни денег, пока ты никому не был нужен. Оля, а ты не думала, что все это, и карьера, и общественная палата, и клиника, это все ради нее? Нет. Ничего этого ей не нужно. Дурак ты, Игорь. Ирина – это главное, что есть в твоей жизни. Подумай об этом. Не обижай ее. Хорошо. Спасибо, Оля. Кстати, хотел спросить. Да. У меня одна знакомая ищет работу. Не поможешь ей? Ну, если хороший врач. Дай ей мой телефон, пусть звонит. Чай с мятой. Как ты любишь, Оль. Спасибо, дорогая. Оль, ты извини, был тяжелый день. Пойду отдохну. Давай. Ир. Если хочешь знать мое мнение, он не безнадежен. И вообще поговорить его по-человечески, откровенно. Да с ним уже 2 года невозможно разговаривать. Ира, нужно попытаться. Спасибо. привет. Привет. Это тебе. Что празднуем? Просто хорошее настроение. Что у нас новенького? Девушка ночью пришла, но ни с кем разговаривать, кроме тебя, не хочет. Доброе утро, Ирина Александровна. Доброе утро, Леночка. Ну, так веди ее ко мне. Так вот она. Угощайся. Нет, спасибо. Почему вы улыбаетесь? Мне нравится твое желание оставаться независимой. Это значит, что лечение будет успешным. Ты долго принимаешь наркотики? 2 недели. Но я тогда приехала в Москву и была в таком состоянии, что, в общем, от этих таблеток просто стало легче. Скажи, а почему ты была в таком состоянии, когда приехала в Москву? У тебя что-то случилось? Что-то с твоими родителями? Где твоя мама с папой? Моя мама? Ее больше нет. Скажите, а мне обязательно на все вопросы отвечать? Ты понимаешь, если я буду знать причины, я скорее смогу тебе помочь. Наркотики часто воспринимаются как лекарство от всех бед. И вот какая именно беда случилась с тобой, это мне и нужно выяснить. Тебя знобит? Тебе плохо? О, да ты вся горишь. Пошли со мной, пойдем. Тихо, тихо, девочка, садись. Тихо. Оксана! И последнее. Коллеги, мы должны быть безукоризненны в моральном и этическом плане. Уважение к любому пациенту, вне зависимости от его статуса, для нас всегда будет на первом месте. Я прошу вас об этом помнить. На этом все. Спасибо. Здравствуйте, Кирилл Валентинович. Будьте добры к телефону. Игорек, я с сенатором разговаривал. У него там родственник какой-то, то ли брат, то ли тесть, ну, в общем, ему операция нужна. Да, ничего, я подожду. Ну, то в чем проблема? Пусть записывается. Ну, я ему сказал, но у нас там очередь на полгода вперед. Он попросил пораньше. И что? Аркаш, мы раньше никогда не сдвигали график операции. И впредь делать этого не будем. Какой главврач, если правой рукой я буду утверждать, а левой отменять то, что сам утвердил? Да, хорошо, пусть перезвонит. Ты хорошо подумал? Я понимаю, сенатор Гаврилов, от него все зависит. Все понятно. Ничего, подождет. Я с Игорем поговорю. Он должен помочь. Все-таки у него своя клиника. Ириш, но у него престижная клиника. А она наркоманка. Ни денег, ни прописки. Не думаю, что он откажет. В конце концов, он мой муж. Ну что же, обмен опытом с зарубежными коллегами для нас очень важен. Всем привет. Пойдем скорее. Да, давайте в ближайшее время встретимся. Договорились. Как прошел твой день? Все в порядке, Ирочка, как обычно. Ты записку оставила? О чем ты хотела поговорить? Да. Ну так о чем? Ты знаешь, к нам пришла новая девочка. Очень хорошая, но у нее большие проблемы со здоровьем. Ну что ж, хотела Ирочка. Наркоманка. Нет, она недавно начала и готова лечиться. Тут не в этом дело. Дело в том, что у нее на фоне врожденного порока сердца развивается эндокардит. Ей нужна срочная операция. Так в чем проблема? Отправьте ее в больницу. У нее нет денег, нет полиса, и она не гражданка России. О, проблема. Ну, а родственники? Давай дадим ей денег, отправим ее домой. Ты знаешь, там с родственниками что-то… Что? Какая-то темная история. Игорь, я подумала, может быть, мы как-то иначе можем ей помочь? Например? Например, положить ее в твою клинику. Так у нее же денег нет, сама сказала. Но ты же глава клиники. Ты же можешь как-то это устроить? Ир, мы благотворительностью не занимаемся. Игорь, она может умереть в любую минуту. Ха, да тысячи людей могут умереть в эту минуту, Ира. Игорь. И мы также ничем не сможем им помочь. Но ей-то ты можешь помочь. Что тебе стоит? Я никогда тебя не просил, но тут особый случай. У меня частная клиника, и все операции расписаны на несколько месяцев вперед. Ну, во что превратимся, если… Да. Алло, Игорь, это я, привет. Аркаш, прости, не могу сейчас говорить. Подожди. Это по поводу родственника сенатора. Оказывается, операция нужна на этой неделе. Слушай, я за рулем, да, попозже, а? Нет. Надо подвинуть кого-то, ты понимаешь? Да кого ты хочешь подвинуть? Да кого угодно! На этой неделе у меня все операции срочно. Игорь, мы уже все обсудили. Ты сам понимаешь, от этой операции очень многое зависит. Это надо обдумать. Хорошо. Я скажу, что ты все устроишь. Пока. Безразлично, что происходит в моей душе, в моей жизни. Ты вообще перестал замечать кого-то, кроме себя, и слышать кого-то, кроме себя. Жаль. Когда-то ты был очень хорошим человеком и талантливым врачом. Когда-то тебе было не все равно. Теперь тебе все равно, что эта девочка умрет. Ты просто не замечаешь ее. Она не в твоей жизни, а в какой-то другой. Тебе все равно, что умер этот парень под нашим окном. Ты его тоже не видел. Тебе на него было просто наплевать. Так, езжай дальше одна. Мне нужно пройтись. Нашел! А в карманах пусто. О, кольцо. Я прошу вас, не трогайте кольцо, пожалуйста. Возьмите деньги. Перестаньте. Помогите. Давай. Игорь. Слушайте, чего там возите? Ира! Пошли. Пошли. Ира! Ира! Ира!